Из Кировской области лес вывозят тысячами кубометров, у школ появятся приподнятые переходы. Все подробности далее. Наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». За 9 месяцев этого года Россельхознадзор выявил больше 200 случаев незаконного вывоза леса с территории нашей области. Это только то, что удалось отследить. Общий объем леса, который пытались вывести без фитосанитарных документов, составил почти 9 тысяч кубов. В основном его везут на юг России, в Московскую или Ленинградскую области. В Кирове на перекрестке улиц Труда и Горбуновой у школы номер 22 устанавливают первый в городе приподнятый переход. Такой большой лежачий полицейский заставит водителей снизить скорость. В планах такие же установить еще возле 8 городских школ. Работу должны закончить 15 ноября. 2 ноября в Ленинском районе города пройдут сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Наряды полицейских будут дежурить также на въездах и выездах из Кирова. В рейдах примут участие добровольные народные дружины и активисты организации «Ночной патруль». В Кирове пройдет открытие чемпионата России по хоккею с мячом. Оно пройдет 5 ноября в 18:00 на стадионе «Родина». После официальной части начнется матч между кировской командой и сыктывкарским «Строителем». В этом году в кировской «Родине» произошла смена руководства хоккейного клуба, а также вернулись в состав команды опытные игроки. Сборная надеется на хорошие результаты в турнирной таблице.